Добрый вечер, друзья, приветствую вас на канале. Решил сегодня порыбачить тут. Вот сегодня были соревнования. Место хорошо подприкормили. У них они вот закончили, ушли. Решили сесть тут порыбачить. Посмотрим, что будет. Первая рыба. О, подлещик. Да. Вот такой вот подлещик. Дождь начинается. Следующая рыбка. Опять подлещик. Рыба вроде покрупнее даже. Смотрим сейчас, что там. Оу. Змеюга попалась. Ага. Вечер пришел. Змеюги пришли. Ай-яй-яй. Это, конечно, блин, кошмар. Ё-моё. Я их люблю, блин. Ё-моё. Весь уделаешься с ним, блин. Делал всего слизью, блин. Ай. А. Что за рыба такая? Ну, уже темнеет. В принципе, за полтора часа два подлещика, один угорь. Что-то еще поклевывает. Видос, наверное, выставлять не буду. Завтра еще приеду, да, допишу. Сразу за два дня поставлю. Сейчас еще минут 10 посижу, посмотрю, что тут будет. Может быть, еще лещик поймается. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, для вас это, в принципе, тот же самый видос. Для меня это следующий день. Приехал сегодня попробовать опять. Вчера вроде как было неплохо, сегодня у меня времени побольше. Сейчас где-то часа 3 до 8
по-любому можно порыбачить. То есть минимум 5 часов у меня есть. Приехал, закормил место. Сейчас начну рыбачить. Надеюсь, сегодня тоже на подлещиков, как и вчера. По большому счету, если они вышли сюда, значит, они готовятся к нересту. И раз они вчера были, они и сегодня будут. Потому что к нересту они еще не нерестились, они только собираются. Поэтому я думаю, что сегодня должны будут они тоже ловиться. Что интересно, вчера почему-то не было плотвы. Она уже отнерестилась неделю назад, по идее, как бы уже отдохнула. Должна уже начать опять клевать. Была первая поклевка. Прозевал я ее. Ну, прям радует. Закормил, закинул. Буквально через 3 минуты первая поклевка. Я думаю, сегодня будет нормально. Вторую поклевку тоже прозевал. Видать, я еще не проснулся сегодня. Ну ничего. Я всего 10 минут тут. Пока не расстраиваюсь. Пока все идет по плану. Тут прям это судоходство открылось. Корабли идут один за одним. Лодочники какие-то. Корабли туда ушло два, оттуда два идет. Оттуда еще один там дальше. В общем, следующие минут 15 сейчас тут будет движение. Была еще одна поклевка. Не пойму. Вроде один раз всего тык и все, вытаскиваешь. Опарышей нет. Аккуратненько снимают и все. Хитрая рыба какая-то сегодня стоит. Профессора, так сказать. Мар. Между кораблями опять была поклевка. На этот раз опарыши не сняли, но и не засеклась рыба. Не знаю, что-то я делаю не так. Пробуем. Ищем способы решения проблемы. До следующего корабля минут 5. Хотя с той стороны он катерок идет. Конечно, быстро сейчас подойдет. Но, может, между ними успею еще что-нибудь поймать. Рыбачу сегодня примерно в 15, может, 17 метрах от берега, на 2,5 метра глубины. Ждем, хочется уже рыбу подержать в руках. Такая яхта тут проходит. Это особо не мешает. Течение не поднимает. Рядом сидит рыбак на штекер, что-то тащит.
похоже, карпик, наверное, потому что резину вытягивает хорошо. Глянем, что он там тащит. Не вовремя он у него схватил, конечно. Еще корабль идет, как раз сейчас течение начнется. Смотрим. Ну, резину вытягивает, ну, 1,5–2 метра. Похоже, карп. Сейчас глянем. Карпик по-любому. Лещ так воевать не будет. Вчера, конечно, тут сильно закормили все. Очень может быть, что карпики подошли тоже. Поэтому не удивлюсь. Да, карпик. Ну, такой небольшой. 50 сантиметров. 2,5 килограмма, 3, может быть. Нормально. Опять была поклевка, на этот раз я поспешил. Прям почувствовал, как изо рта у него вырвал. Что-то я не пристреляюсь. На этот раз взялся. Прям на заброс. Не маленькая рыба вроде как. Посмотрим сейчас, что там. Сопротивляется прям. Я уже думал поменять поводок на более большой крючок поставить. Да, подлещик. Такой вот подлещик красивый, чистенький. Все-таки я думаю, надо крючок побольше поставить. Потому что тут они как-то снимают опарыша и все. Крючок маленький, они его, возможно, могут выплюнуть или что. По, не знаю, по идее. Для леща нормально. 14-й крючок. 12-х у меня нету с собой. Только десятки. Может быть, уже будет слишком большой. Может, не будет клевать. Ну, попробовать стоит, я думаю. Сместил ближе примерно на 13 метров. Может, будет лучше. Попробую здесь. Следующая рыба.
подлещик. Чуть больше, чем первый. Такая вот рыба красивая. Клюют очень осторожно, прям, блин, я не знаю. Плотва клюет сильнее, чем эти подлещики. Вершинка еле колышется. Легко прозевать поклевку. Три опарыша. Один за голову, один за хвост, третий опять за голову. И тогда шевелятся в разные стороны. Рыбе больше нравится, чем если они одинаково висят. Пара хорошей в кормушку закидывала. Поставил крючок побольше. Вроде как рыба засекаться стала. Сейчас сошла. Но была засеченная. Клевки следуют, значит, толщина и размер крючка особо не пугают ее. Оставлю тогда десяточку. Вся шутка в том, что поменял крючок, стали клевать плотвички. Лещ перестал клевать. Ну, я как раз по телефону разговаривал сейчас, не заснял их, не вошли они в кадр, но клевали плотвички. Сейчас, если дальше лещ клевать не будет, то поставлю опять тоненький поводок, тоненький, маленький крючок. Видать, все-таки боится. Следующая рыбка, но это что-то мелкое, плотвичка, наверное, небольшая. Посмотрим сейчас. Да, плотвичка маленькая. Думаю, надо все-таки возвращать тонкий поводок с маленьким крючком назад. Это что-то несерьезная рыба пошла. Хотя лещи тут стоят. Значит, все-таки ошибка во мне. Ух ты, что-то гремит, громыхает.
гроза пришла. Непонятно откуда, вроде небо не сильно затянуто. Ладно, буду менять поводок. Следующий корабль проходит. Сейчас пройдет, закинусь. Не знаю, сейчас после этого заброса, может быть, длиню дистанцию опять на пару метров. Поставлю на 15 метров опять. Мне кажется, там... Да, вообще разницы особо не почувствовал, но... Раз тут плотвички собрались, надо, наверное, подальше кидать. Посмотрим сейчас, что будет на этом забросе. Сейчас следующий заброс удлинюсь. Вода резко поменялась. Прям так полило крупно, блин. Крупными каплями. Не зря громыхало где-то. Ай-яй-яй. Это ненадолго, конечно. Но, блин... Можно неприятно промокнуть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, нехорошо как. Дождик был недолгий. Буквально пару минут. Ветер так и не хочет успокаивать. Ветер пришел. Волна такая поднялась. Подклевку видно, она такая резкая, а вот вещь он потихоньку тянет, и сложно понять, ветер дует или вещь клюет. Ветер успокоился, даже солнышко вышло, сразу поклевки опять начались. Не, классная рыбалка сегодня, вообще хорошо, мне нравится. И тепло, и клюет, и рыба нормальная попадается иногда. Ну, не устану повторять. Вставайте с дивана, идите на рыбалку. Блин, здесь так классно. На рыбалке отдыхаешь душой и телом. Гром послушайте. Такие моменты, которые нас не старят. Время, проведенное на рыбалке, в жизни записывается. Пользуйтесь этим. Наслаждайтесь. Поганки тут опять плавают рядом. Красивая птица. У нее всегда клюет. Наблюдал как-то за ними с моста, как они плавают под водой. Блин, вот быстро плавают. Прям, можно сказать, летают под водой. Очередная рыбка. Смотрим, что сейчас. Похоже на подлещик. Или плотвичка. Нет, плотвичка хорошая. Рыбка, вот это прям карпик, что ли. О, хороший лещ. Это уже не подлещик. Опа.
сбежал с очка. Уже хороший такой лещ, прям совсем лещ. Не гигант, конечно, но больше я бы даже, наверное, не взял бы. Так можно взять. Что-то там попалось. О, подлещик. Похоже, плотвичка. Такое нервное подергивание. Да, плотвичка. Сижу, мокну, наслаждаюсь. Такая вот хорошая погода. Гуси пролетают. Что на этот раз там нас ожидает? А, плотвичка. Рыба есть рыба. Так, еще рыбка. Подлещик. Может быть и лещ. Такой. Ух ты. Это зачетное плотвище. Это плотвичка. Рыбалка тоже подошла к концу. Было интересно, приятно, классно, клевало. Надеюсь, вам тоже было интересно посмотреть. Увидимся на водоеме. Пока.